прячет под юбкой. Озвучен пикантный секрет шальной императрицы Аллегровой. Без этого звезда не выйдет на сцену. Ирина Аллегрова – настоящий эталон женственности. Тем удивительнее прозвучало от нее признание об одном модном табу. Артистка раскрыла свой секрет. Наделенная от природы безупречным вкусом, певица всегда четко знает, что на ней должно быть надето. Поэтому вид модно, но безвкусно одетых россиянок вызывает негодование у звезды. Особенно некрасиво, по словам Аллегровой, выглядят женщины на высоких шпильках, которые ходят как на ходулях в цирке. Оказалось, что шальная императрица российской эстрады сама на дух не переносит каблук. Под роскошными нарядами в пол она всегда прячет удобную обувь. «Я, например, работаю на сцене без каблука, потому что он мне мешает, отвлекает. Поэтому если кто-то хочет смотреть на шпильки и что-либо особое, пожалуйста, на подиум», – огорошила звезда в своем телеграм-канале.